Из 65 барнаульских дворов, которые попали в федеральную программу по формированию комфортной городской среды, лишь один двор до сих пор на стадии ремонта. К концу следующей недели работы должны завершить и там. Сегодня комиссия посмотрела готовность некоторых объектов, в частности, дворовую территорию на улице Молодежной. По признанию специалистов городского комитета ЖКХ, в 2018 году от жителей поступило в два раза меньше заявок, чем в прошлом. В целом, на благоустройство общественных и дворовых территорий было выделены из бюджетов всех уровней 216 миллионов рублей. Уже сейчас можно подавать заявки на участие в программе 2019 года. Во-первых, нужно собрать общее собрание, на нем принять решение об участии, принять решение о том, что вы хотите видеть в своем, хотите ли вы парковку делать, хотите ли вы детскую площадку строить и так далее. С этим вопросом необходимо пойти в администрацию районного управления коммунального хозяйства, где вам с удовольствием помогут оформить соответствующую заявку.